Здорово, дружище. Ну что, пришло время побомбить. Меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас GTA 5 RP, штат, сервер, проект Grand Roleplay. Хочешь, кстати, со мной поиграть, по ссылочке в описании переходи. Вот, регистрируйся, получишь бонусики, заходи играть на первый сервер. Меня встретишь, я еще накину бабулесов. И промокод Князь тоже не забывай. Также приму семью, в которой я нахожусь, одна из лучших семей Чикаго Люкс. Вот, так что давай. Просто вот на этот семейный дом приедешь, и как бы все, и тебя примут. Ладно, суть нашего видео сегодня заключается в том, что сегодня буду тратить энную сумму денег на открытие билетиков лотерейных. Проверим еще одну фигню, но в целом я сразу скажу, что у меня настрой херовый. Я боюсь, что, грубо говоря, у меня ничего выбить-то и не получится. Смотри, куда мы можем... Вот смотри, у меня 25 тысяч рублей. Куда мы можем потратить? Мне вот нравятся лично вот эти вот лотереи удачи. Были времена, когда я там копил денежку и там с 3, 2, 4 попыток выбивал себе тачки. Потом, я не знаю, или шанс порезали, или что, или у меня удача пропала. Но в целом... те, кто ноют по поводу того, что шанс порезали, как бы нету смысла, наверное, по поводу этого ныть, потому что, опять же, чем меньше тачек выпадает из лотереек, тем лучше для экономики нашего штата. Но, с другой стороны, да, обидно, когда раньше могло вот просто изи упасть, а сейчас что-то как-то не прет. Не знаю, короче, не знаю, что там на самом деле. Смотрим. Контейнер с призами. Здесь еще можно за реальные бабки тоже выбивать тачки. Допустим, сюда заходишь, здесь ты можешь выбить какую-то из крутых тачек, да. Может быть, логичнее контейнеры открывать. Но, сука, я хочу билеты, потому что билеты — это прикольно. Но, честно скажу, я вообще даже... Ну, я верю в то, что... Мне вообще ничего не выпадет, потому что у меня там один подписчик рассказывал, он вроде на 17 тысяч открывал билеты, ему ни хера не выпадало. Ну, посмотрим. Уровень моей сегодняшней удачи. Здесь выбить можно реально до хера прикольных тачек. Не все они, наверное, хороши, но, тем не менее, какие-то можно продать. Можно вертолет выбить, и тут можно яхту выбить. Хотелось бы, да? Вот, хочется Rolls-Royce. Вот этот вот без крыши, но говорят, что он типа медленно едет. Хотя это, наверное, при стоке. Бугатти Верон. Но Верон это старый, он ублюдский, мне вообще не нравится. Давай, ладно, полетели, хватит болтовни, я и так уже 5 минут с вами болтаю, ни хера не выбиваю. Так, ну, стандартно у нас идут маски. Ну, я проверил эту херню со столиком. Не знаю, может, я ее вообще вырежу, чтобы не затягивать видос. Может, вы вообще там ничего не увидите. Ха-ха. Да. Так что так вот. Короче, все, повырезаю нахер, ничего не увидите. Видео будет длиться 3 секунды. Вот так вот я суров. Слушай, ну, главное, чтобы рандом ко мне не был суров. Ну, хотя бы одну тачку, чтобы я выбил. В прошлый раз я открывал вроде 25 тысяч рублей. И я выбил 2 тачки и плюс гарантийная. Ну, то есть гарантийную тачку я сегодня по-любому заберу. Вот, и тогда выбил... Вот, еще Шелби тоже прикольная. Вот, гарантийную, я видел ее на рынке. Уже там продавали, уже кто-то выбивал. Ну, и что у нас тут? Пока ничего, короче. Пока грусть, печаль, тоска. Ну, в принципе, это... Я еще даже 5000 рублей не потратил. Маски, потом эти маски опять... Господи, их перебирать, склад перебирать. Ай... Не, ну если мне ни хера не выпадет, я, конечно, буду в шоке. Я буду вообще в полнейшем шоке, ребята. Если мне ни хера не выпадет. Ну давай, ну хоть что-то. Ну там вообще какая-то тачка вот появилась, которую я вообще не видел. Эй, так, ладно. Идем дальше. Ну, блин, давай твою дивизию-то, а? Хочется, ну что-то хочется выбить. Уже почти 5000 потратил. Намек на машину нет. Пока идем, пока у нас результаты очень хреновые. Очень хрен. О! Да! Пу! Да! Сука! Да! Уху! Yeah! Блять, все, в принципе, уже можно видео заканчивать. Я, ребят, доволен. Все, я, в принципе, доволен. Все у меня замечательно. Короче, я доволен. Все хорошо.
Все круто. Все шикардесно. Вот. Все. Даже, короче, если даже ничего бы... Опа! Ну, это ладно. Мне это вроде падало говно, я не помню. Короче, ну... Ну, там ни хера не стоит. Ну, ладно, там какой-нибудь миллиончик я с нее заработаю в госке продав. Потому что так я ее хер продам. Короче, выбив этот Rolls-Royce Down. Down. Я не знаю, как правильно сказать, чтобы никого не оскорбить. Все, в принципе, я счастлив. Я счастлив. Короче, все нормально. Все хорошо. Все замечательно. Так, маска... А, и я забрал, короче, гарантированно. Ну, смотри, то есть мы, потратив 8000 рублей, мы дошли до... короче, мы уравняли результат с прошлым моим открытием. Посмотрите, эти видосы все есть. Кстати, вчера выходил видос по поводу открытия... точнее, я покупал машину себе. Опа! Сейчас мне что-то из этого выпадет. Я, короче, себе покупал машину... Бентли Болтага или Хилтага. Короче, посмотрите, там обзорчик тоже. Вчерашний видос. Так, и что мне из этого выпадет? Угадайте. Ну, наверное, Мерс, потому что он самый дешевый. Хотя, не знаю, посмотрим. Да, Мерс. Хотя это Брабус, может, он едет нормально. Посмотрим, ребятушки. Блин, слушай, все, мы Бля, это рандом. Это гребаный рандом. Тебе за 20 тысяч может нихера не выпасть. Тебе может выпасть там две сраные машины, как у меня было в прошлый раз. А может насыпать. Мне уже чутка насыпало. И я прям доволен, ребята. Я прям рад. А мы еще как бы и половины не потратили. Я надеюсь, конечно, сейчас я не обломаюсь. Я не обломаюсь, и мне еще там машинка 2 упадет. Это шикардос. Это шикардос. Это что, F8 здесь, что ли, можно выбить? Нихера. Это шикардос, ребятушки. Ребятушки, это шикардос. Короче, я теперь буду все время, стоя на трубе, открывать. Так. Ай. Короче, мне не верится, мне нахер не верится, ребята. Просто вот сколько уже? Последние два раза, что я открывал, там на 25, на 35 тысяч. Ну, результат, по-честному, ну, говно был. Потому мне больше и не хотелось этим заниматься, потому что... Опа! Опачки! Мне не хотелось этим заниматься, потому что я понимал, что мне нихера не выпадет. Короче, непонятная машина. Астон Мартин Вальхалла. Короче, непонятная машина. Но тем не менее, друзья, это бабулеса. У меня по бабулесам жопа, потому что у меня там страховки заканчиваются, все на свете заканчивается. Слушай, ну это прям вообще огонь. Это прям вообще огонь, ребята. Это прям вообще... Я вообще сижу довольный. Ой, я сижу довольный. Па-ба-ра-ра-па-пан. Тик-та-ра-та-та-та. Ла-ла-ла-ла-ла. Я сижу довольный. Так. 10 тысяч рублей еще. Да я не знаю, мне уже даже впадло что-то говорить. Я такой, блин, нормально. Жаль, отпраздновать не могу. Как бы алкоголя нифига нету. Даже чай закончился. Ну, это огонь. Это огонь. Прикольно. Так. Ну давай еще что-нибудь. Ну, ладно, будем наглеть. Давай еще что-нибудь выбьем. Ой, блин. Я говорю, рандом порезали. Эх, херда, порезали. Не, ну еще. Давай еще машинку.
Вообще замечательно. Давай еще машинку. Хотя, вот что-то мне, вот честно, я не знаю, опять начинаю депрессовать, мне что-то подсказывает, что... что не выбью больше. Но, в принципе, того, что мне, меня устроил Rolls-Royce. Я уже знаю, у кого этот Rolls-Royce будет, кто на нем будет ездить, кто его хотел. Меня уже все. Мне, в принципе, этот Rolls-Royce устраивает. А вот, ну, как бы, мне тут жаловаться, даже если сейчас ничего не выпадет, мне тут уже жаловаться нечего. Потому что все огонь, все замечательно. Так. Ну и что у нас тут? Потому что все замечательно. Та-та-ра-та-да. 7000 рублей осталось, ребят. Я думал, они как-то быстрее улетят. О, вертолетик бы выбить. Вообще бы шикарно было. Какой-нибудь хотя бы двухместный. Блин, пожалуйста, Шелби, Шелби. Да-да-да, конечно. Смотри, да, как заигрывает рандом. А, смотри, помимо меня кто-то начал билет от... Опа! Оп! А, это знаешь, что мне сейчас выпадет? Это мне сейчас выпадет... А, это мне электроаудюха выпадет. Вон оно что. Бам! Audi e-tron Sportback. Интересно, интересно, девки пляшут. Бля, я думал, деньги. Сейчас бы еще денег разочек выпало, миллиончик. Тоже было бы классно. Короче, кто-то там параллельно, я смотрю, начал выбивать, потому что увидел, что машины сыпят. И... И, судя по всему, ему там тоже сыпет. А, Денчик Комедозов начал выбивать. Вот оно что. Денчик Комедозов, я смотрю, там маска выбита. Ну что, он там какой-то, это интересно, это тот тач? А, да, да, это тот Денчик. Ну что, он там, судя по звукам, он какую-то тачку выбивал, наверное. Да, вот он деньги получил. Короче, Денчик, ты запарил мне тут рандом сбивать. Я к успеху иду, не мешай. Не забирай мою удачу. Ой, да. Ой. Вот хитрый жук. Расстраиваемся. Как говорится, не повезло в игре, не повезет и на каптах. Сосанули хуйца у князя. Сосанули у князя. Князь все забрал. Ебучий князь Вендетта. Оп! Бля, да что это вообще так? Ой, блядь. Да, блядь, Денчик мне не помеха, а? Ах, я забыл, когда такой результат вообще был. Бля, вот это вот Кёнигсек, вот интересно, сколько он едет? Есть смысл себе оставлять? Я забыл, когда такой вообще результат был. Блядь, да ладно! Я все, я уже... Audi RS e-tron GT. Я уже просто, я готов читать в комментариях о том, как мне накрутили. Блядь, ну камон, если мне сейчас накрутили, почему мне предыдущих два раза не накрутили? На 60 тысяч рублей, когда нихера не выпадало. А? Я уже молчу, я просто в шоке, ребят, как бы у меня все хорошо, у меня все хорошо, как бы я хер знает. Сейчас будем тачки все выводить, смотреть, что мы выбили. Охренеть, охренеть. Давай. Так, 2000 рублей. Но если еще тачка... Я уже наглый. Я уже наглый. О, Меган Фокс выбила тачку. Смотри-ка. Всем прет. Я уже, понимаешь, я уже наглый. Я такой, типа, ну давай еще тачку. Хотя куда больше. Я вообще не помню, чтобы у меня такие результаты были. Я уже как бы даже... Я даже со счета сбился, сколько я тачек выбил. Охренеть. Бля, это реально, это просто злейший рандом, я тебе говорю. Я на... Сколько я... Да, что ты будешь делать? Я, короче... Ребята, я...
забыл, когда мне так везло. Вот за все время у меня там, посмотрите, у меня видосы есть. Там, если все найдете, то как бы вы там увидите, что, может, у меня такой, ну, удачных таких открытий, может, 1-2 было. Не больше. Последний билет. Ну, тут уже как бы вообще, типа... все. Пипец. Пипец. Пошли быстрее это все спавнить, смотреть, что нам выпало. Что нам выпало? Пошли смотреть. Охренеть. Мне в чате семьи пишут: бать, ты охуел? Охренеть. Бля, посмотрите, какая масочка у меня с этого. С... я не помню. С Battle Pass или откуда. Так. Давай, короче. Вызвать... нет, не текущий транспорт вызвать. Давай. Вызываем. Вызвать транспорт. Да не текущий транспорт, сука. Я уже не знаю, что называть. Вызвать другой транспорт. Так, первое, что мне выпало. Стой. А откуда у меня Mercedes AMG S63 Brabus? А, нет, фу ты, я думал, это гелик. Так, смотри, Bentley Bacalar, это то, что я вчера машину купил. Rolls-Royce Down. Пам. Но он охуенный. Он мне очень нравится. Идем дальше. Rolls-Royce. Rolls-Royce, Rolls-Royce. Вот, дальше мне Focus RS выпал. Ну, как бы это такое. Но почему бы и не да. Дальше. Bentley, Rolls-Royce, Ford. Ford GT. Ну, это то, что, скажем так, идет... как тебе объяснить-то? Ford GT — это то, что... то, что уже, короче, гарантированное. Все, у меня уже слов нету, ребят. Ford GT, дальше. Mercedes AMG. Brabus. Дальше у нас. Mercedes AMG. Aston Martin Valhalla. Что это за чудовище, сука? Что это за чудовище? Блин, я себе полный гараж тачек навыбивал. Серьезно? Просто. Дальше. Кенс. Audi e-tron. Aston Martin Valhalla. Так, Audi e-tron Sportback. Охренеть! Это реально... я реально до хера выбил. Подожди. А дальше. Кёнинс. Вот этот, вот эта тачка. Вот этот. А, это не та тачка. Или та тачка. Короче, ладно, посмотрим. Бля, мне даже захотелось какие-то о себе оставить. Но это невозможно, я всех не смогу содержать. РС Ятро. Реально полный 9 машин, ребята. 9 машин. И Porsche Cayenne. У-ху! Просто 9 грёбаных машин. Так, ладно, смотрим. Ну, типа, что будет, если я буду их продавать все в госку? Смотреть информацию о транспорте. 12 лямов. Да, то есть это я сразу 6 лямов получу. Ну, типа... дальше. Ой, ёх, какое говно. 450. Это можно не считать. Дальше, 7 лямов. Подожди, сколько там было? 12? Да, 6, 3,5, 9,500. 9,500, 4,5, 10, 14 лямов. 14 лямов. Ёпта, здесь десятка сразу с него падает. Это у нас 24 ляма. Охренеть просто. Посмотреть информацию. Это 24 ляма. 20, давай округлим, 27 лямов. Это, короче, 30. Ну, 31 уже со всеми этими.
31, здесь 7500, 38. 30. Короче, вот если просто их сейчас все в госку слить, не пытаться продать, короче, это 40 лямов. Это 40 лямов, друзья! Нет, это, наверное, самое мое удачное открытие ever. Просто вы посмотрите, в прошлый раз, когда я открывал билетики, когда я Еве проспорил, сейчас это... Это пиздец! Ой, бля, просто... Я в ахере, короче, ребят. Я не знаю, что это такое, но я... Это, ну, никогда такой удачи. Не, были удачи, когда я с одного-двух билетиков открывал, там, на стримах. Ну, по-всякому было. Ну, просто, чтобы вы понимали, месяц-два назад я на 25 тысяч рублей открывал, мне выпало, блядь, две машины. И одна гарантийная. Сейчас, посмотрите, и выпали машины-то... Ну, типа, одна из них только нормальная была, это Мерин старинный, который я продал там за 14 лямов, что ли, или за 10. Все, короче, ребят, на этом все. Кому понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, блядь, делитесь. По ссылочке в описании заходим, играем вместе со мной. GTA Grand Roleplay, да, первый сервер. Всех целую, всем пока.